Машка? Да-да-да, я, это Машка. А, нифига себе, а че у тебя голос другой? Да я что, знаешь, что ли, я заказала какую-то, короче, посылку с какого-то сайта, такую кавайную, и все, короче, смотри, как я выгляжу вообще. Нифига себе, Машка, а ты как бы, ну как бы, ну как бы чуть получше выглядишь, даже не чуть-чуть. Ты что, офигел, что ли, я тебя сейчас скину, полетишь? Ну Машка, я реально лучше выглядит, а что, коленки побиты? Ну, упала. Ну, ладно, упала, так упала. Ну, главное, чтобы не в глазах. Ладно, ребята, короче. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Прижимайте колокольчик, иначе тоже упадете. Нифига себе, вы видали? В общем, и вопросчик дня, вопросчик дня. У вас есть сестра, либо нет сестры? И, короче... Ну, мне просто интересно. Есть сестра? Интересно, в каких целях? Мне просто интересно, есть сестра? Вот у меня есть сестра? Ну, у меня двоюродная только. Ребята, пишите, если у вас тоже есть двоюродная сестра или троюродная. Пишите реально, и как зовут, как зовут. Все, короче, да, Машка. Да, имейте еще адрес спроси. Машка, я тебя сейчас тресну. Короче, значит, нет, Машка. Ну. Не, что я могу тебе сказать? Кстати, оцените Машку, по-моему, она стала лучше. Все, ладно. Короче, у нас сегодня, кстати, битва чанков. Тут, короче, у нас чисто... Подожди, это девчачий чанк? Конечно, ты это, парень. Нельзя тебе. А, ну, иди отсюда. В смысле, это только чанк для девчонок? Только для девчонок. А это кто? Это тоже девчонка, что ли? Твоя подруга? Да. А что, она какая-то странная? Ну, не спала просто. А, ну ладно. Так, окей, окей, я понял. Короче, значит, Чан, ну все, а если я тоже стану девчонкой? Тебя поддержу. Это твой Я тебя поддержу. Осуждаю, так ладно, я осуждаю. Короче, ребята, сейчас я, короче, смотрите, превращаюсь в девчонку тоже, и мы с Машкой реально забатли. Смотрите, я теперь стал девчонкой. Так, все, отлично. Ну как, все, здорово. Ну все, у нас сейчас, короче, будет батл. Я выхожу, короче, в креативе. Ты в креативе, нет? Я в выживании. Ну все, вот ты сейчас, значит, выживание, да? Вот ты в креативе, а сейчас будешь, короче, все. Что? Я в выживании. Все, отлично. Кстати, зацените, какие кровати. Обалдеть. Вот если бы я был бы девчонкой, я бы описался бы, наверное, короче. Смотрите, тут, короче, и какая-то пони, и какой-то мухомор, и мистер Пингви, и Стич, и розовая пони, и Пикачу, и Тигран, и, короче, я не знаю, кто это, и Китик, и... Вообще, Машка, капец. Машка, ты там вообще, не знаю, такие кровати выписывала, нет вообще? Ну не знаю, меня больше черные привлекают. Ладно, вот мистер Пингви, короче. Мистер Пингви веселей. Мордоворот устроит веселей. Мистер Пингви. Так, ну что ж, короче, Машка, мы начинаем устраивать мордоворот, короче. Так, берем, значит, киртки. И начинается батл. Батл официально, значит, чанк девчонок. Мы сейчас, короче, покажем, что мы можем на чанке девчонок, короче. Кстати, ребята, здесь на дереве растут лаки-блоки, поэтому нам их сейчас надо добыть. Лаки-блоки? Не, Машка, ты ничего не слышала. Ага. Так, быстренько копаем. А как мне туда пробраться? А вот ты не думай, ты не рассуждай, все отлично. Ребята, мы у цели, так, ну-ка. Ой. В смысле у цели? О, арбуз! Офигеть, там что-то появилось. О, алмазный блок, сюда! Чуть не свалилось с дерева, но все нормально, ну-ка, оп. Ты прикинь? Что это такое? Ты прикинь, Машка? Алмазный блок. О, алмаз на базу. А! Чё это? Чё там у тебя? Я не знаю. Чё там у тебя, Машка? Это мрамор тебе дали, что ли? Железо. Железо? Кролики! Тут кролики! Машка, у тебя железо там появилось? Да, и кролики. Обалденно. Но, как бы, как говорится, они будут жить недолго. Чё такая, Машка? Не понял. Машка, следим, короче, за голосом. А то, короче, Машка... Я немножечко выхожу из образа. А ты не выходи, горло болит немножко. Так, все, аккуратненько. Забираемся, короче. Так, ребята, все, сейчас добудем вот этот... как он, изумрудик? Так, добываем. Так, я сейчас вот так расчищу, чтобы он упал прямо мне в кармашек. Опа!
А все, лаки-блоков-то больше нету, прикинь, Машка. Конечно. Офигеть. А с чего это ему? Ну ладно, зато я добыл себе все. У меня уже 12 изумрудов. Погнали! Чего нам изумруд? Ой, в смысле, это алмазы, 12 алмазов. Гениально. Сколько? Такая гениальная. Сколько? Короче, у меня уже 12. Два у тебя? Два, да. Двоечка. Двоечка, по жизни, двоечка. Так. Ну, копаем, по жизни, короче. Да. По жизни, да, двойка так, в школе, а короче. В школе у меня двоек не было. Не было? Ты отличница тебе была, что ли? Не, я просто не ходила в школу. Отлично, осуждаем, ребята, короче, в школу ходить нужно. Так, ну что ж, мы сейчас должны, короче, Машку это нафигачить. Так, у меня уже, кстати, уже 10 угля есть. В этих радужных блоках я не понимаю, что я копаю. Машка, ты вообще понимаешь, нет? Понимаю, нет. Смотрите, я ребят. Я не понимаю, что тут алмазы, что тут не алмазы, что это вообще такое? Ну да, здесь непонятно, алмазы, не алмазы, короче. Алмазы на базу. Слушай, а может бонусный сундук еще с лаки-блоками сделаем? Чтобы нас все взорвало, ну давай. Да. Все, сейчас, короче, я позвоню Людочке, так мне сейчас надо выбраться наверх, короче. Я позвоню Людочке, она пришлет и тебе, и мне, короче, еще посылочку с лаки-блоками, короче. Так что Машка вообще, как говорит, уй! Так что Машка, как говорится, береги. Да тут песок на меня упал прям. О, ага. О, я почти вылез. Машка, ты как там у тебя? Как дела вообще у тебя? Ну, я копаю, короче, у меня тут почти все готово. Ну как готово, не у все. У меня, кстати, уже 17 алмазов, ребята. 17? 17. У меня 13. Нифига, Машка там. Mm-hmm. Потеет, так сказать, потеет. Конечно, копаю, коленки бью. Отлично. Так. Алло, Людочка, пришлите сундучочек с 10 лаки-блоками. С тремя! Ладно, с тремя. Машка сейчас будет лаки-блоки. Окей. Так, ну что ж, все, сундук, пришли посылочка. Машка, у тебя там что тоже? Да, 3 лаки-блока. А, отлично, ребят, открываем. Так, я поставлю вот сюда. Ребят, открываем. Ребятушки, открываем лаки-блоки. Открываем лаки-блоки. Сейчас мы узнаем, что в моей сумочке. Так, это что за фигня? Ой, у меня удочка тут. О, у меня, короче, пластинки выпали и какой-то музыкальный блок. Но это фигня, дай алмаз на базу. Давай, алмаз. Сюда! Ой, алмазные а ботинки. Такое? А мне жилета. Ой, ничего себе, смотри, как выглядит это жилет. Свинки. Ой, ого! Это... Смотрите, Машка теперь как будто лиса, лисьи глаза. Офигеть. Реально, слушай, мы же. Слушай, а подожди, дай посмотри. Ну-ка. Офигеть. Смотри. Вот это круто. А я тоже хочу, ну-ка. Ну давай. Блин, а у меня удочка какая-то. Hero удочка. А, у меня тоже такая есть. Ой, слушай, это реально лиса, что ли? Подожди. Так ой, это лиса. Себе, смотри, реально лиса, смотри. Смотрите, офигеть. Офигеть кавайна, Машка, я не знаю. Это. Ой, что-то я подпрыгиваю. Так, офигеть. Ну что? Офигеть. Крутецкий, да? Тебе нравится, Машка? Ага, да, прикольно вообще. А интересно, алмазная какая? Смотри, я тебе хочешь сюрприз дам? Какой? Алмазная, это черепаха. Машка, лови сюрприз. Ты что делаешь? Ты что? Оп! А что это такое? Что там у тебя? Оп, а я уже купил! Не надо! Смотрите, Машка черепашка! Сейчас буду черепашка, сейчас я доделаю. А, не хватает алмазов, короче. Да. Где ты чё? У меня дерево тут упало, короче. Все, короче, добываем. Так, берем. Так, мне надо, короче, еще. О, голден блоки, подожди, у меня есть голден блоки. У меня тоже есть, да. Голден блоки? Откуда у тебя голден блоки? Голден блоки. Они тут, на базе. На базе? На базе. Так, подождите-ка. Мне надо тогда скрафтить верстачочек. Так, крафтим верстак, ребята. И подождите, у меня что есть? Короче, бесчисленное количество голден блоков. Ну, подожди. Да! У меня 57 голден блоков, Машка. Офигеть! Забираем пушечки, все, у меня есть 5 какие пушек. Какие пушечки? Машка, все, идем, короче, подожди, за Машкой. Подожди, сейчас я тоже пойду, подожди. Офигеть! Подожди. А где моя подружка? Вот она, подружка. Тут. Так, все, быстренько, короче, еще надо накопать. Так, алмазы. А у меня угля не хватает.
добываем алмазики, мне надо скрафтить, короче, сет брони. У меня есть уже эти ноги есть. Так, отлично. Что там, Машка, ты крафтишь, нет? Я копаю сейчас уже, копаю. Отлично, у меня есть, короче, теперь эти, как они называются-то? Скажи мне, Машка, я не помню. А. Поножи? Ботинки, вот. А. Поножи. Сама ты, Машка, поножи. Ну что ты крафтишь для этого? Так, ну что, о, нифига тут алмазы. Штаны. Да штаны. О, нифига тут алмазов. Слушай, Машка, хорош. Алмазов на базе? Офигеть, тут алмазов-то реально, слышишь, Машка? А у меня-то алмазов нет, у меня только один. Добываем, у меня уже сколько добываем алмазов? Ну-ка, 7 новых накопала, я уже скрафтил себе ничего дофига себе всего. Машка, все, тебе хана. Все, надо? Добываем алмазы. А не надо. Как говорится, девка против девки, сейчас загасим. Сейчас будет где-то битва, короче. Битва девок, короче. Да ё-моё. Кстати, обожаю стать битву. Так, все, берем. Я тоже. Все, у меня, короче, есть 12 алмазов, отлично. Уже 14 алмазов. Подожди, а как они так быстро? Мне 2 алмаза сразу упало, прикинь, Машка. Еще здесь алмазы. Забираем сюда. Знаю, я одни биты. Так, здесь, короче, забираем. Отлично. Машка, все. Меня почти. Почти? Что у тебя там почти? Что тут вообще есть камни вообще? Опа, все, нагрудничек есть. И шлемачек есть. Алмаз. Это мистер Пингви. А? Офигеть. Черепашка реально получается. Черепашка это из покемона. Этот, какой-то этот был. Сама ты покемон, Маш. Да-да. Офигеть, Машка, если кто не знал, Машка покемон. Ага. Так, забираем кто блоки. Покемон, это же Машка. Так, ну что ж, короче, начинается батл с Машкой. Машка, уже? Уже идем за тобой. А если я не накопала достаточное количество алмазов, что мне тогда делать? Ну, значит, твоя проблема. Понятно, все, я выбираюсь отсюда, короче. Не, я пошутил, Машка. Ну ладно. Машка. Моя же проблема, все, я выбираюсь, короче. Машка, не надо. Что-то тут блоков как-то нету, короче. Реально выбирает, смотрите. Я не к тебе. Знаете, что делаешь? Я сейчас тебя запульну. Давай, Машка. Опа. Давай. Опа, прячемся. Все, чисто. Я сейчас тоже куплю. Моя девочка померла. В смысле? Ты что сделал? Ты ее убил! Я не могу купить теперь пушку себе. Отлично! Сюда! Какой сюда, не туда? Сюда или не сюда? Я пущу за свою девочку. Да вон она у тебя воскресла, что ты мне чешешь? А, ладно. Да че? Она не была этой. Блин! Нифига Машку подстерег, короче. Ты ожидал ну, такого? Нет, не хватает 2 алмаза, чтоб тебе. Отлично, копаемся, мы строимся. Да какой не стройся? Девочки, не девочки, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты что делаешь? Ты что? Я твою девочку скинула. Осуждаем. Ой, ничего себе, у меня тут что, у вас тут такое происходит? Ну-ка, что там происходит? Что там девчачьи? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну ладно. Так. Осуждаем, но наблюдаем. Но поддерживаем. Так, строимся. Машка к тебе идет. Ты в курсе, что я иду к тебе? Ага, класс. И что мне теперь? Откекаться? Ну да. Да что ты это? Все нормально. Да блин, они... Пока что там Машка что-то это... Ой-ой, нифига себе, нифига, оттекаем. Ага. Вот это был вообще беспредел какой-то, беспердел настоящий. Беспердел, реально. Так, о. Вон она стоит, вон. Это батл на батл. Подожди, О, нифига себе, отбегаем. Офигеть, одно сердечко осталось, Машка. Прикинь. Серьезно, да, надо было тебя этот добить. Вуаля. Так. Ой. Так, смотрите, Машка строится. Я тоже. О-о-о, все, пошел, Машка! Нет! Машке минус 2 жизни.
я пытаюсь сделать, короче, сюрприз, короче. Сюрприз? Сюрприз. Сейчас, подожди, сейчас. Смотрите, Машка строится. Да, да. Давай, давай. Ладно, пять жизней, еще Машки нет. Сейчас, подожди. Я это мирно приду, подожди. Давай, давай, давай. Мне просто интересно, у меня такое что-то выпало. Я реально с миром, вот, видишь, мне нет ничего, смотри, ну-ка, короче. Ну-ка. Мне чё? Интересно, что это сейчас, подожди, куда-нибудь ну-ка. Поставим сюда вот. Так, что-то. Сюда вот. А? Потому что мирный режим! Батл! Машка! Да что ты живучит? Ё-моё! Обалдеть, Машка чисто упала, Машке минус 4 жизни. Какой мирный режим? Ты чё, не надо нам мирных режимов, я думаю, сейчас он это... Да всё, погнали, всё, Машке кончилось, что ли? Офигеть, так, гаси последний раз. А нет, у меня кончились патрончики. Офигеть, кончается. Патроны. Еее, у меня все кончились. Победа, короче, одна девка зафигарила другую девку. Так, ну что ж, короче, ребятушки, ставьте лайк за такую зубодробительную серию Чанка. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик обязательно. Все, и в общем-то, короче, ставьте лайк и всем пока. Я хотел что-то сказать, но потом передумал, потому что подумал, что это будет слишком плохо. Всем я пока. Пошла, короче, всем пока. Машка! Ой,